С 28 октября прокуратура Тверской области открывает новую горячую линию. Она будет посвящена вопросам нарушения законодательства об оплате труда и выплат серой заработной платы. Обратиться в прокуратуру по трудовым нарушениям можно будет в течение 2 недель, с 28 октября по 8 ноября. Дозвониться до дежурного прокурора можно с 9 утра до 6 вечера по телефону 8 980 630 03 87. К нам могут по телефону дежурного прокурора обратиться все граждане, права которых нарушаются, и сообщить о фактах невыплаты заработной платы, выплаты заработной платы в размере меньше минимального размера оплаты труда, начисление средней заработной платы, несвоевременного расчета при, скажем так, уходе граждан в отпуск и по всем другим вопросам и нарушениям, которые связаны с оплатой труда. По результатам горячей линии при поступлении сведений о нарушении трудового законодательства будет организовано проведение прокурорских проверок, а затем при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. По телефону граждане могут обратиться и анонимно. Безусловно, в смысле 59-го федерального закона это не будет обращение, но это будет сигнал, по которому мы примем все меры для того, чтобы права граждан восстановить. Кроме того, можно направить обращение через интернет-приемную, ссылка на которую размещена на официальном сайте ведомства.